первую очередь мы хотим выразить огромную благодарность директору образовательного комплекса «Баку Модерн» Мине Алиевой, директору школы «Баку Модерн» Гюляру Октаевне и, конечно же, нашему классному руководу Ульве Гейдаровне за то, что в такие сложные времена предоставили нам возможность учиться онлайн и не отставать от учебной программы. Огромное спасибо всем нашим учителям, которые, несмотря на всю усталость, помогали нам, объясняли нам сложные темы и поддерживали позитивный настрой. Мы всех вас очень сильно любим и скучаем по вам. Дорогая Гюляра Ханум, в первую очередь хочу вас поблагодарить как директора и также как учителя по истории за то, что вы для нас стараетесь, всегда учите нас чему-то новому и цените нас. Мы вас тоже очень любим и ценим. Спасибо, Нигяр Ханум, за все. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам, Афят Ханум. Спасибо, Наджиба Ханум, что для нас трудитесь, что вы преподаете онлайн-уроки. Хорошо вы есть. Спасибо. Спасибо большое, Лейла Ханум. Спасибо, Хаят Ханум, за ваш труд и за вашу любовь. Спасибо вам, Лалха, за то, что в такое сложное время преподаете нам уроки. Спасибо. Спасибо за терпение, Айда Ханум, мы вас любим. Спасибо, Сула Ханум, за хорошее провождение уроков. Спасибо вам, Гюля Ханум, Адима и Айда Ханум, за весь ваш проделанный труд. Спасибо, Цивич Ханум, что вы нас трудитесь. Жаль, что у нас нет онлайн-урока, но мы дома делаем зарядку. Спасибо. Ханум, большое вам спасибо за ваше терпение и труд. Ханум, спасибо вам за то, что преподаете нам. Сколько бы ни благодарили вас, не хватит передать тот труд, который вы вложили в нас. От всей души говорим спасибо. Спасибо, Севинч Ханум. Мы вас очень любим и ваш предмет биологии.